Всем привет! Город вошел и получил уровень. Посмотрим, что у нас тут нового. Так, способности нет. Вот, да? Не могу апнуть, нет? Уровень. Т, где? Есть, как так. Так, а здесь, похоже, определенное количество можно. Железный кулак. Преобразуйте энергию ЦИ в некоторую ярость. Удар кулаками на основу. 220 способен больше урона. Так, восприятие. Зависит от вашего убийства, нужно также цену у торговцев очков полы, которые вы получаете. Ну, наверное, так, одно очко только дается мне. Ага. А нет. Так, больше у меня очков нет, да? А где мне очки видны? Не знаю. Девятнадцать. Атаки, 5 защиты, 10 защиты, радиация. Ну что ж, пошли, песик, собака. Будем осторожны. Чтобы бросить гранату или мину, выберите с меню и боя нажмите, а затем отпустите. Окей. Давайте посмотрим. Оружие. Ага, ломик. О, чуть больше урона. Давайте мы тогда ее уберем с избранного. Ну и так по-другому. Ну а это будет у нас 5. Давайте попробуем. Чтобы бросить гранату, установите мину. Понятно. Это было неправильно. Так, куда они потерялись-то? Это кто, это хороший или плохой? В общем, мне сказали пойти наверх. Убили рейнджеров. Собачка молодец, справляется с своей работой. Motherfucker!
Да. Где ты, друг-то? Откуда? А! Беда! Так, давайте-ка мы перекантуемся. Дробовик, кастет. Урон 18. Скорострельность. Пятерочка. И еще вот это тоже. Шестерочка. Кастет скоро средняя. Урону. Противогаз, маска. Так, а как собака туда дошла вообще? И она здесь уже. Лоб. А, ладно. Собака, как ты туда дошла? Шпилька взят. Lock's really strong. Так, может быть, можно как-то это... Интересно, шпилька это и есть отмычка или нет? Шпилька. Уровень. У меня уже третий уровень, что ли? Да, третий уровень, прикольно. Ну ладно. Значит, не сюда что-то нужно. Так. Нас не видят, нас не видят. Это ж статуя, да? Слушайте, манекена. Be able to pick this. Еще какое-то оружие. Так. Mm-hmm.
Нормально, нормально. Ты здесь вошел? Нет? Нет. Предохранитель. Ого. А, взлом замков. Перемещайте мышь, чтобы выбрать положение шпильки. Используйте А, чтобы повернуть отвертку. Если вы выбрали правильное положение, замок откроется. Если замок не попадает, спустите это. Что-то мне это напоминает, а, да? Скорим? Не иначе? Да, один в один Скорим. Я взял блок и все. Иди отсюда. Разнесу, мы дождемся остальных, чтобы нам приказали. Hold. Эта фреска призвана увековечить память об отважных мужчинах и женщинах, служивших в армии США. Тара-па-пам-пам-пам. Так далее. Stay there. Come on. Так, что-то у меня с оружием, точнее с патронами, слабовато. Ноль. Ну хорошо, так, а у меня этот пистолет, он на какую? На троечку, да? Окей. Этот у меня... Давайте на пятерочку туда его поставим. Come on, man. They ain't going nowhere. We got other shit to deal with. You hear that? I gotta go take a little walk, but I'll be back, and you'll be dead. Hmm? Oi. Hell no! Мне кажется, там граната была, нет? Так, это хорошее или плохое, интересно? Man, хорошо. I don't know who you are, but your timing's impeccable. Preston Garvey, Commonwealth. Как себе? Ты что, предала меня? Или это не моя собака? Это моя собака? Предательница. Так. Я что, перемещаюсь обратно во времени? Быть готовым минут сорваться на помощь людям. Такая была идея. Я вступил в их ряды, потому что хотел изменить мир. К лучшему я внес свой вклад, но потом все пошло наперекосяк. Теперь похоже из всех минитменов. Who are these people?
Просто поселенцы, которые хотят найти новый дом, начать все сначала. Я иду с ними, принц. Мы думали, что сможем обосноваться в Лексингтоне. Вчера уже только 8, сейчас нас осталось 5, я семья. Yesterday there were 8. Now we're 5. It's just me, the Longs, Marcy and June. That's all Mama Murphy on the couch. And this here is Sturgis. Hey. Так. Ghouls? What are ghouls? Wow. You really aren't from around here, are you? Прямо из этих краев, да. Гули — это люди, которые поразил радиацию. Большинство из них, как мы с тобой. Док у них жуткий, и живут они очень долго. Но все равно они как нормальные люди. А вот те, о которых я говорил, они другие. У них от радиации сгнили мозги, они одичали. Если ты им попадешься, они тебя разорвут на куски. В общем, мы решили, что в Конкорде будет безопасно, и оказалось, тут рейдеры. Но у нас есть еще одна идея. Мы решили, что Конкорд будет безопасное место, чтобы остановиться. Well, we do have one idea. Better be a good one. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a whole suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. What makes that power armor so special? A WesTech internalized servo system, that's what. Inside that baby super is the new normal. You'll be stronger, tougher, resistant to rats, and get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? В общем, если ты будешь с этой броней и с какой-то пушкой, то рейдеры быстро уйдут. And I can use the minigun like a rifle? Don't see why not. It'll have a manual trigger. Just aim it at the bad guys and do the old spray and pray. Now, as for the armor, it's out of juice. Probably has been for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. Тебе нужна какая-то зарядка, что-то вроде ядерной зарядки. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement, locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. То, что вот я его достал, это вот там находится security ain't exactly my forte. You can give it a shot. Actually, I already grabbed the fusion core. We're set. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Собака предательница. О, статуэтка. Perfect. Пусть пупс восприятия. Чтобы распознать слабость, нужно проявить внимательность. Something coming. It's angry. Так, что-то у меня там еще появилось, нет? Кидной нож. Ого, ки. Им долбит нормально. Так, а из одежды? Сопротивление урона 5-10. Здесь 2-5. А, нет, здесь другой урон немножко. Разница какая?
Ну ладно, разница никакой. Давайте походим, посмотрим, что тут еще у нас есть интересного. Что-то клей, керамическая миска. Винт. Заберем. Это военные деньги. Они сколько-то стоят. Мне явно нужно торговца будет найти. Так, 9 метров. Мне нужно наверх, да? Я спустился вниз, мне снова нужно наверх. Давайте сначала посмотрим. Патроны лишними не бывают. Тайник с крышками. 19 крышек получено. Патроны. Ну все, думаю, здесь достаточно я походил. Здесь где-то было, я уж не помню, кого-то я убивал. Ладно, в любом случае, пойдем наверх. Кстати, что у нас по здоровью? Давайте-ка я помощь. Ядер кола. Останавливается. А я иду дальше. Так, как мне туда пройти? Тут выход есть? Есть, есть. Комбинированный ключ. Содружество. Ого. Облачиться в силовую броню. Я буду теперь клёвым. Мяха. Так. Силовая броня снижает получаемый урон и полностью предотвращает повреждения при падении. Держите Е, чтобы вылезти из силовой брони. Up here. Boss, we got somebody up here. Фига. I think I got something over here. We've got company. Why don't you get down here? Show me that fancy gun up close. All right. Not a lot of people could get past my boys. I give you that. Still awake, asshole. Есть? Вроде никого больше нет. Давайте посмотрим. Так, падение. Точно, я теперь. Так, а что у нас задание?
Никого нету вроде. Откуда, откуда? Блин, не вижу. А вот. Да, точность не очень. Да ладно, я пойду добегу до вас. В чем проблема? Что? Коготь смерти. Офигеть. Так, миниган. 1029 патрон. Давайте его выбранное добавим и на следующем. Да ладно. Я же не получаю урон, да? Так, а бомбочки страшные. Живи, надо было ее оставить. Не подумал. Так, давайте соберем барахлишко. Блин, просто нереальное количество. Денег-то сколько будет? Так, а как гранаты? Помощь. Это, наверное, в гранатах и будет. Нет, не в гранатах. Помощь. Там. Разная. Не то. Ладно, давайте дальше пойдем. А, что тут еще у нас? Так. Сохранимся тоже. Больше я никого не вижу. Или вот все уже. Квест закончен. Похоже, да, закончен квест. Можно возвращаться назад. И это хорошо.
Да, но в сложной версии не так просто все будет. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. Да, очень было впечатляюще. Рад, что на нашей стороне. I'm on my own side, Garvey. Я не на чьей стороне. Очень жаль. Содружество, друзья, на вес золота. Слушай, когда мы впервые встретились, помнишь свой вопрос про минитменов? Я тебе вот что скажу. Мы друзей в беде не бросаем, так что вот, держи, это тебе за трудное спасибо. Thank you. Ядерная батарея и еще что-то. What happens now? For the longest time, уж очень давно матушка Мерфи посещает видение, место под названием Санктуари, какое-то мертвое поселение, но мы можем его снова оживить. Может, пойдешь с нами? Мне бы очень пригодилась твоя помощь. What would I need to do? Тебе нужно сохранить мужество, держаться, потому что твой путь куда длиннее. Я все видел, я вселяю твою боль. Какая, блин, Ванга. Окей, I'm listening. You're a man out of time, out of hope, but all's not lost. I can чувствую энергию твоего сына, он жив. Son's energy, he's alive. Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really хотел бы знать, правда, но я не вижу твоего сына. Я только чувствую его жизненную силу, его энергию. Он ждет тебя. Мне даже не нужны видения, чтобы сказать тебе, откуда начать поиск. Великий зеленый самоцвет Содружества. Diamond City — самое большое поселение в округе. Значит, это жемчужное Содружество. Please, Mama Murphy, I'm working from nothing. I need more. Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Ah, shush, Preston. We're all gonna... Man. All right, folks. To help you Thanks need to our friend here, Diamond it's safe City. To move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. It's not far. She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? Так, надо посмотреть, что у нас там по оружию. Как-то дофига, как грязь. Автоматический пистолет. Гладкоствольный автоматический пистолет. Чем они отличаются? Вот это покруче, я вижу. Так. Они чуть-чуть отличаются, но очень слабо. 83 дальность, 57 меткость. Ага. А патроны одни и те же. Дальность 215, офигеть. And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy thought? И теперь ты хочешь, чтобы мы там что-то опять бросили, новые планы, ну в общем, какая-то фигня. So Marcy, you got a better idea of what we should do next? Anybody? Sounds like you better get going to Diamond City. Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June, it's time to go. Oh, okay. Кстати, так, мне какая-то есть помощь. Нет. О, ядерная батарея.
Вы не можете выбросить предмет. 50 штук ядерной батареи. Ну хорошо. Не могу, так не могу. А вот еще хочу посмотреть. Может, у меня уровень опустился? Нет, третий уровень до сих пор. Способности. Значит, валим отсюда и пойдем в город, в котором я начинал. Let's move out. I'll take point. Stay close, everyone. Right behind you, boss. Я так и не понял. Don't worry. I'll get these people to sanctuary. Я доведу этих людей до санчуария. Может, мне не нужно сопровождать? А, поговорите с ним до санчуария. Вот еще какое-то место. Ну, раз он доведет этих людей до санчуария, или куда-то, то я не парюсь. Просто бежим до города. Выжила. Так, где собака? Собака. Вот она. Фух. Предупреждающий рычит. Тут ты поврежденный или уничтоженный силовой брони можно отремонтировать на пункте силовой брони или заменить с помощью прибоя. На пункте силовой брони. Где этот пункт, я не знаю вообще. Так, что за быстрое перемещение? Маус один. Нифига не работает. Ладно, собака, надеюсь, ты вернешься ко мне. Не потеряешься. Мы идем в город. Ну, кстати, может быть, Кия попробовать? Рушенный. Тут есть Кия. Медленная, 27. Средняя, кастет. Ломит, 25. Не то. А, восьмой. Все, восьмой будет у меня. Санчуари. Домик у меня отображается. Сейчас найду.
вход. А, на наш друг. Дружбан. Мастерская. А, мне вот типа чинить здесь надо. У меня отображается починка. Мастерская позволяет строить, изменять и сносить ближайшие объекты и структуры. Для просмотра вариантов используйте влево, вправо, наверх. Нажмите наверх, влево и вправо. Нажмите наверх, чтобы... найти объект. Если выбранный объект выделен зеленым цветом, нажмите E, чтобы построить его. Если он выделен красным, измените его и свое местоположение. Ага. Мебель, украшения, питание, магазины, оборона. Так, что вообще? Счастье 50. А, это мы типа город отстраиваем заново, что ли? Местный лидер. О! Плита. Плиту можно сделать. Пункт предоставления пищи. О, можно добывать. Понятно. Так, пока зеленого у меня нету. Крышка. Много крышек нужно. Может, мне надо дождаться? Так, а если я открыл карту? Ничего нету. Давайте дождемся этих прибытия чувачков. Может, что-то полезное будет. Здесь невозможно выполнить. О, оружейный верстак. Поселенцам требуется пища, вода, ночлег и кровь, чтобы повысить счастье жителей, обеспечить каждого из них. Когда все основные нужды жителей будут удовлетворены, вы сможете повысить их счастье, укрепив защиту поселения. Кроме того, это позволит снизить шанс нападения противника. Я могу еще разбирать, понятно. То есть можно еще разбирать предметы, чтобы добывать ресурсы. Прикольно, слушайте. Вон, вот этот сейчас вернулся. Это военные. Деньги в почтовом ящике. Нам бы так оставляли деньги в почтовом ящике. Я согласен и на довоенные. I'm glad you decided to come with us. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found for us. I think we could settle down here. Make it a place to call home. Думаю, здесь можно поселиться. Yeah. I used to like living here. Мне нравилось здесь жить еще до войны. What do you mean? Before what war? Are you saying... 200 лет назад. Мы с семьей жили здесь больше 200 лет назад. Потом меня заморозили, все эти годы мне пришлось провести в холодильнике. Damn. Черт, значит, ты прямо как довоенный гуль. Заморозили, значит, кто-нибудь еще с тобой был? No worries. Ладно, у каждого из нас свой груз воспоминаний. Если не хочешь рассказывать, значит, мне не нужно это знать. Anyway. В общем, я рад, что ты здесь.
And I hope you don't mind. Если ты не против, я бы хотел бы еще об одной услуге. Одному поселению требуется помощь, и они до сих пор надеются, что в этих краях еще остались Минутмены. Если мы хотим возродить Минутменов, нужно доказать людям, что они могут на нас рассчитывать сейчас нужды. Беда в том, что у меня и здесь дело не пророс. Можешь им помочь? Да, ладно. Минутменам нужно больше таких людей, как ты. If you want to help out around here, Зов Свободы. Ого. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Кстати, если хочешь что-то такое, получили уровень, карта обновлена. Diamond City. До Diamond City еще очень далеко. Пойдем в Тейн. Баз. Блаф. Так. Ну что. Думаю, пойдем в это задание, сделаем миник, и потом в Diamond City прямиком. Потому что... Надо посмотреть, что вообще смогу ли я пройти на первых уровнях, докачаться, точнее пройти сюжетную линию. Хотя да, давайте мы сразу пойдем сюда. Я думаю, в следующий раз в следующем видео уже встретимся в Diamond City. Всем спасибо, что смотрели, и встретимся в следующей части. Пока.